Газуй! В колею медведевскую наступил! Она замылилась на ровном месте. Он на месте стоит. Все, Валера. Все. Так пусть до конца зарывается кого. Назад газануть. Мы тоже подсели там. В лужу в какой-то, в озере. Веселье будет. Не получается. Куст согнуло весь, трещит стропа, сейчас походу лопнет. Через удлинители всякие разные натянулись. Ну а прадик на месте стоит. А потому что динамиками тянем, другим нечем тянуться. Ну, все, сейчас слетит. Никого. Ждем помощи. Вот сейчас машина приедет нам в качестве якоря. За нее зацепиться. Не, нифига. Там два УАЗика стоят. В воде. Комаров пипец, лягушки. Комары съедают. Ну все, зацепилась. Красивая природа, вообще прикольное место, красиво. Он дальше роет, кажется, не получится. Всем говорю, давайте хайджеками поднимать,
и скидывать, с колеи вытаскивать и скидывать. Не хотят. Тут уже полтора часа не хотят. Что за люди? Машина тяжелая, надо из колеи ее вытягивать. Что, давай к тем кустам? К этим? Так-то темно, а на камере так прикольно светло. На самом деле темно уже. Очередная попыточка лебедочкой тянуться через всякие удлинители, всякие динамики дурацкие, которые растягиваются, толку мало. И лебедка уже не тянет. Что-то хрустит как-то. Стой, Валера, стой, стой. И вот за куст еще за следующий там зацепились. Не знаю, что. Че ты тапок потерял? Да ну нафиг! Короче, не получается. А ты куда отпускаешь? Спасательная операция. Красиво так. Эх, блин, свет погас, без света играл. Сейчас я фонариком посвечу. Вот это Валера тянет. Юрка приехала. Вон он, приехал. Помочь. Но пока ничего не помогает. Валера, медведь пытается выехать. Весело, потом меня еще уазика доставят. О, смотри, какое литье очистилось, прикинь, уже некрасивое литье. Не, ну я-то еще чистый, кстати, на самом деле. Ну и ты сидел не так глубоко. Давай, Руслан. Вот чешок. Вот осьминожка, да.